Дети войны долины Туймада под таким названием в Якутске презентовали новое издание о детях войны. В книгу вошли воспоминания детей военного времени. В течение 3 лет общественная организация «Дети войны» работала над составлением книги. Между тем, в республике общественное движение развивается и проводит очень большую общественно-политическую работу среди молодежи, оказывает благотворительную и моральную поддержку ветеранам. В книге запечатлены воспоминания более 150 детей войны, их близких и родных. Речь идет о детстве, учебе, работе, истории о заслугах и достижениях земляков. В данное время члены организации работают над изданием 3-й части книги. В 1945 году после победы была утверждена медаль за доблестный труд во время Великой Отечественной войны. Там награждали детей 12-13 лет, которые участвовали во имя Победы. А эта книга, вот сейчас, которая вышла, очень многих нету этих родителей. И благодарность нашим родителям вышла эта книга «Дети войны. Долина Туймады».